К другим новостям. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии министр финансов рассказал об освоении субсидий, поступивших в бюджет республики из федерального центра. Планируемая сумма более 14 миллиардов рублей. К середине декабря освоено 13 миллиардов. Это 97% всей суммы. Татьяна Молокова узнала, какие министерства еще не освоили средства и куда планируется потратить дополнительные деньги. До конца года в республику должны поступить еще 170 миллионов. Эти средства будут направлены на реализацию программ по предоставлению жилья молодым семьям и на покупку автотранспорта. Сверх плана ожидается поступление уже по более поздним принятым решениям 451,7 миллионов рублей. В том числе 117,2 миллионов на поддержку агропромышленного комплекса, 213 миллионов по проекту ТБО и 121,5 дополнительные средства на реализацию программы модернизации здравоохранения. Муниципалитеты в декабре получили все положенные средства, чтобы выполнить социальные обязательства. А среди отстающих по освоению федеральных средств Михаил Ноздряков назвал Министерство экономического развития, строительства, транспорта, имущественных отношений, образования, физкультуры и спорта. Неосвоенных, если брать по всем программам, порядка 10 миллионов. То есть мы их будем подтверждать в следующем году. То есть денежные средства останутся. Что там не хватает? Плановые, то есть по срокам идет капитальное освоение денег. А с выполненных работ надо? Объекты со сроком сдачи в эксплуатацию в 2013 году. То есть у нас где-то не закроется вообще по инвестиционным кредитам и однолетним кредитам где-то 80 миллионов рублей. Не закроем федеральные средства. Сколько учителей в очереди стоят сегодня? У нас сегодня заявили 70 учителей. 30. Подожди, нет. Всего в очереди из 75 тысяч семей сколько там учителей стоят в очереди? У нас 250 учителей, именно молодых. Это речь идет о молодых учителях. 250? Да. И вы сегодня констатируете, что желающих нет, да? Нет, желающих есть 70 человек. Они уже в этом году у нас в списке есть. Кто с ними мешает? Работаем. По линии Министерства экономического развития неосвоенными остаются средства по строительству бизнес-инкубатора в селе Батырево, по выдаче кредитов молодым предпринимателям и экспортно-ориентированным предприятиям. Ждут средства получатели, еще раз это подчеркиваю. А причины здесь можно приводить, часами рассказывать, как вам сложно, тяжело. Никаких сложностей там нет, уважаемые друзья. Ссылаться на что-то, тут у вас просто причин нету. Глава Чувашии призвал министров работать круглосуточно. По итогам работы будут даны оценки каждому. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.